Вы смотрите отзыв об отеле Оникс, этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником OOGM, и который был в нем в 2012 году. Отдыхали в Несебре во второй раз, поэтому знали, чего ожидать от отеля в 2-3 звезды. Однако Оникс понравился, несмотря на то, что информации о нем в интернете было крайне мало. Отель находится на предпоследней улице города, если можно так сказать. Дальше только улица Эдельвейс, за которой простираются зеленая зона, поле и горы. Плюсы у такого расположения есть. Во-первых, в этой части города живут преимущественно местные жители. Мало отелей, много домов квартирного типа, поэтому вы не будете изо дня в день видеть шеренги бодро марширующих людей в плавках, кепках и с надувными матрасами. Во-вторых, исходя из первого пункта, на этих улицах мало кафе и ресторанов, а значит и меньше шума. Однако до центральных улиц отец Паисий, Кирилл и Мефодий и другие. Очень близко. В соседнем доме находится супермаркет «Черное море». Рядом несколько продуктовых мини-магазинчиков и целый ряд фруктово-овощных лавок. На улице Эдельвейс есть несколько обменников, по совету знакомых мы меняли в Петров. Единственным минусом расположения отеля стало для нас расстояние до южного пляжа, так как за время прошлой поездки нам больше понравился именно южный, а не северный пляж. Поэтому каждый день мы гордо вышагивали по 20 минут туда и 20 минут обратно сначала до обеда, а потом после. Отель пятиэтажный, первый этаж административный. Мы жили в номере студио на последнем этаже. Номер большой, светлый, разделенный на две части шкафом с барной стойкой. В номере двуспальная кровать, тумбочки, диван, раскладное кресло, журнальный столик, зеркало с комодом, телевизор, кондиционер, телефон. Балкон достаточно большой, есть стол, за которым вечером очень приятно посидеть с чаем, кофе или фруктами. Персонал слабо говорит по-русски, но общий язык мы нашли. Очень вежливые и приветливые женщины на ресепшене. От души здоровались с нами по нескольку раз на день. В отеле очень тихо, других постояльцев видели крайне редко. В первую ночь раздражал шум от проезжающих прямо под окнами машин. Потом привыкли или машины стали меньше ездить, и спокойно спали с открытой дверью на балкон. На первом этаже отеля есть очень симпатичное кафе, которое почему-то не работало. Так что потрапезничать в отеле нам не удалось. В целом, отель понравился. Чисто, уютно, спокойно и тихо, но при этом близко до популярных улочек с магазинами и ресторанами. Сам город выше всяких похвал. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.